30 жителей края сегодня получили государственные и краевые награды. Их вручил лично губернатор Александр Карлин. 13 человек получили награды государственного уровня. Это работники сельского хозяйства, культуры, спорта, здравоохранения и образования. Орден почета вручили 4 жителям Алтайского края. К ордену дружбы представлена начальник цеха барнаульского завода асбестовых технических изделий Галина Гельмиярова. Почетное звание «Заслуженный врач России» присвоено нейрохирургу краевой клинической больницы Семену Епрынцеву. Сегодня ему исполняется 81 год. Семен Федорович работает в здравоохранении 54 года. За его плечами сотни сложнейших операций на позвоночнике, головном мозге и центральной нервной системе. Это награда как заслуга всего нашего отделения. Это развитие нейрохирургии всего Алтайского края. Я начинал работать с самого начала. И постепенно идет развитие, оснащается, появляется новая техника, осваиваются новые методы лечения. Это для меня является заслугой.